Лайк! Подписка! Бубенцы! Пиши под этим видео столько комментариев, сколько новых хорроров ты хотел бы увидеть на канале. Бла-бла-бла-бла. Всем огромнейший привет, уважаемые друзья, зрители и подписчики моего канала. Меня зовут Евгений, ну или Матрикс. Если кому так удобнее, мы продолжаем проходить Инфернакс, и есть одно классное местечко, куда нам нужно ходить до того, как мы пойдем искать последний замок. Потому что где последний замок, я в принципе понимаю, это гора Кадьянто, очень классное название, не находите? Вот, но нам нужно телепортнуться, знаете куда? Побережье Штормхейма. Вот, собственно, нам надо заюзать магию телепорта. И я вам покажу. Там так интересно. Смотрите, на карте видно проход. Вот правее вот этого квадрата сейчас, там видно проход. Как будто бы там проход есть. Вот. Но. Да, и там кладбище Камбелтон, по-моему, туда еще рано совсем-совсем. Мне как бы подсказывают. Мне подсказывают, если что. Так что, если что, то да, мне подсказывают. Так вот, когда мы получили вот этот замечательный. Да иди ты нафиг. Хотя, давайте сохраним, потому что может быть очень непросто. Замечательный супер-мега-гипер-удар, который позволяет нам бросать молот впереди себя. Мы сможем попасть сейчас вот таким вот образом. Тоже вот очень неочевидный момент. Хаджиме, прикинь. И здесь есть, оказывается, скрытый замок. Твою мать, ну погнали. Помоляйся, что называется. Так, подожди. Воу. Блять, он швыряет их. Гребаный бумеранчик. Как будто бы мне до этого было мало проблем. Уа, суслик! Так, я так понимаю, что нам сразу лучше пойти вниз сходить, посмотреть, что там есть. Ах ты, ёпта, ключ-то там. Ладно, давайте посмотрим, что тут есть. Если что, все равно придется, может быть, перезаходить и прочее. Да пошел ты. Перепроходить. И так далее. Нифига себе, они какие прочные тут. Так. Так. Ладно. Аккуратненько пойдем, значит, не спеша. Че нам спешить-то, правильно? Опа. Опа. Вот и я думаю, что нам спешить некуда. Жизни, в принципе, немало у нас. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Да вы, блин, серьезно? Как я должен это сделать? Оу! Блять! Как я должен это сделать-то? Японский терроризм! Я что-то слабо представляю себе. Но он перед смертью не надышишься, как бы. Если только вот так вот, то, наверное, получится, да? Так вот, если получится, наверное. Да что ты будешь делать? Чего вас так много-то, а? Нафиг такие сложные платформеры делать? Я не люблю платформеры, алло. Делайте, как я люблю. Ладно, разберемся. Сука. С детства не любил платформеры. Как платформеры проходили, блять. Я всегда кому-нибудь джойстик отдавал.
кому-нибудь более в этом деле уравновешенному. Уже я начинал орать, ломать джойстик. Люди обижались, джойстик обижался. Так, тихо. Да, ага. Да, ага. Вот здесь можно еще так пройти. Сложно. А? О, а если бы там была лава, то это был бы подъебос. Ну это же не Dark Souls, опять же, да? Так, мы взяли ключ, подожди, ключ. Так а там мы, получается, все... Да, все прошли, все обошли. Ага, нам теперь надо налево уйти. Хорошечно. Давай-ка ускорим этот процесс. Ай, больно. Хотя, чем... Не. Они душные, я не хочу тратить на них жизни. Ага, дверка. Ну ладно. Босс, что ли? Да ладно. Ух, блядь. Не, боссы шедевральные. Вау. А, понял. Вау. Два. Три. Понял. Раз. Два. Ай, ты сука. А почему на второй раз тогда он так сделал? Ага. Ага. Да и все. А чё такие простые-то? Ну у них реально, вот у всех боссов очень маленькое количество каких-то паттернов. Очень маленькое количество атак. Ну очень просто проходится. Ну пожалуй, чуть-чуть, соточки не хватило, прикинь. Так, что мы имеем? О, Санта броня! Самая мощная четвертая бронь, капец как круто. Огнина. Да, если что, вон там ничего нет, там конец карты. Воу. На тоненького. Конечно, сохранить. Так, более того, нам необходимо воспользоваться телепортом. Теперь нам нужно, да, собственно, вот сюда, наверх. Давайте через Дарсов пойдем. О, а сейчас маленечко качнемся. Не качнемся, а маленечко форманем, пойдем качнемся. Так, и у нас еще за 600 можно купить жизнь. Жизнь, я смотрю, в этих больших замках очень востребованная штука. А, я не туда. Вот сюда. Есть! Все, погнали. Максимально. Все, больше силу прокачать нельзя. Значит, будем качать здравие. Сохраняем.
Отлично, так, ну и двигаем в Кадента. Чувствую, мне сейчас этот замок даст просраться. Прям профукаться. Ой. Чуть-чуть не рассчитал. Не, ну крайние замки вообще очень тяжеленькие. Наступает ночь. Ту-ту-ту-ту-ту. Шерсть на языке, здорово. Обожаю. Хорошо. Падла. Ау. Две монеточки. Две монеточки надо взять. Так, подожди. О, бабёха. Мэри, мной открыт способ создания могущественного зелья. Лечебное зелье, зелье маны. Эликсир. Восстанавливает ваше здоровье и ману. Подожди, эликсир не тот ли эликсир, который вот тот эликсир, который нужен эликсир? Так, стопы. Эликсир давай. Ну-ка. Просто я так понимаю... А, там дверь сейчас закрыта. Надо будет дождаться утра. Просто этот мужичок говорил мне именно про эликсир. То есть название было эликсир. По-любому сохранить. Мало ли, что сейчас там будет. Вообще. Так. Алло, лечение дай. Ага, эликсир на. Отлично. Я вижу, вы достали эликсир. Вы готовы войти в мир снов? О, да. О, да, черт побери. Хорошо, закройте глаза, расслабьтесь. Когда вы уснете, вы попадете в мои сны. Погнали! Погнали! Сейчас будут какие-нибудь бабищи там, суккубы бегать. Все, что, контр, что ли? Сдохни, мразь. Серьезно, контра? Фига себе у тебя кошмары, чувак. Вот это тебя кошмарит, чувак. Ладно. Ай, на тебе. На тебе. Ай, нифига себе. Бьют. Получается. Ну, опт с них падает, я вам скажу, вообще немало. Главное на упреждение здесь работать. Эти мрази хотя бы не стреляют, ребят. Это уже прям величайший плюс. Ой, ой, ну ладно. Так, ладно, я в принципе удар держу, еще выдержу как минимум одну тычку хорошую. Потом уже будем лечиться. Потом уже будем лечиться. Ага. Ай, не заметил. Ладно, лечимся.
Причем, если попадаешь на удар, отнимается одна жизнь. А если попадаешь на самого этого насекомого, то отнимается две жизни. Ну, наебывать их достаточно просто. Успел, ты смотри, что. Шустрец, блядь, какой. Молодец, шустрец. А чё толку-то? И это, черт побери, босс. Два эликсира, одно лечение и почти полная шкала. Я думаю, что мы справимся. Ой, блядь. Страшненькая. Ой, не надо. Ой, не надо. Оп, так, глаз. Ага, глаз точно. Глаз точно мой. Так. Ну, паттерны, как обычно, дикие. В том плане, что ничего особо сложного-то из себя не представляют. Не дошел. Делов херня. Получается. Да и все. Очень простой босс. Очень. Настолько же простой, насколько отвратительный. Ну, блин, повторяюсь уже 15-й, наверное, раз. Восхитительно сделанные вообще боссы. Дизайн боссов вообще великолепный. Вот ребята прям какую-то траву курили хорошую, походу. Очистись он от демонов. Хорошо, и чего? И чего, и чего? Огромное спасибо вам, милорд. Может быть, теперь я наконец смогу отдохнуть. Прошу, примите это золото. Это меньшее, что я могу сделать. Ну ладно. Так. А, давайте-ка мы сразу здесь заберем... Оп, наш бесплатный. Опа. Слушай, а чё нет-то? Давайте одно зелье маны возьмем на всякий случай. Мало ли. Приспичит, а у меня будет. Так, ну и... телепортимся. Телепортимся. Ну, я думаю... Опять сюда придется телепорт. Ладно, сейчас... Чё, уж решил вас не томить. Зачем вам это нужно? Все, сразу переместились сюда же, откуда телепортнулись. Так, ну, еще одного босса сразили. Прекрасно. Значит, продолжим наше путешествие непосредственно на гору. Да, здесь нам нужно еще найти душу мужичка. Да ладно, смотри, что, а. Прям заставляют нас потратить ману. Ну ладно. Три бутылька у меня есть для лечения. У меня даже три жизни есть. Я даже бутыльки тратить не буду, в случае чего. Потому что, ребятушки, бутыльки такая сильно хорошая вещь, которую вы в походе вот так вот не восполните после смерти. А мана после смерти восполняется. Соответственно, что? Соответственно, то. Мне проще потратить жизнь. Опа, здорово, а ты что тут делаешь? Красавчик Ганс, прошу, Матрикс, не говорите никому, что я здесь. Ладно, уговорил, уломал просто. Воу. А что это? О, нифига сорока всех убивает. Назови пароль, чтобы войти. Блин, я понимаю, что здесь очень разнообразное развитие событий может быть. То есть надо будет... Мы, пожалуй, будем стримить. Пожалуй, будем стримить. Босс, что ли?
Баба какая-то. А, дед вообще, нихера себе баба. Милорд, берегитесь, это хитрая уловка. Ух ты, ничего себе. Серьезно? Да я оборотня как бы убил. А такого мудака я в самом начале убивал. Да ладно, а вот так? А вот так? У кого круче? А? У кого круче? Ну-ка говори. У меня... Говорю, у меня. У меня говори. Хе-хе, лох. На, сдохни, мразь. Это тот чувак из подвала. Помните, мы в прошлой серии в подвале убили скелета? Хорошо. Спасибо за помощь. Позвольте мне отплатить вам за вашу доброту. Это заклинание может пригодиться вам в ваших странствиях. Чё это? Апгрейд фамильяра, что ли? Голуби призывают двух голубок, любящих блестящие вещи для защиты в бою. О, ну вообще фамильяр штука классная. Какой-то глюк, потому что вниз я туда не могу пройти. Ну ладно. Фамильяр штука классная, но требует очень много маны. Вот бы если бы эта манна сама бы по себе бы еще как-нибудь возобновлялась бы, то это было бы вообще здорово. Что бутыльками его возобновлять, ну это такое себе, это, блядь, не Диабло, где можно 800 бутыльков на себя понавешать. Вообще можно было на булаве пролететь на самом деле. В легкую. Подожди, а там что у нас за проход? Я к замку пришел. Подожди, там внизу какой-то проход еще был. А, нихрена. Нихрена, это значит замутка какая-то. Вот здесь, видите, просто справа, как будто бы снизу можно подняться. Ну там, видимо, и можно подняться. Ну-ка. А, ну нет. Нет там никакого подъема. Странненько. Давайте сохраним. Давайте сохраним. Ну, погнали. Кстати, стойте. А что, у меня бабла куча. Реально, просто куча бабла. Давайте мы сейчас, знаете, что сделаем? Вот сюда сгоняем. И назад вернемся. У нас же здесь есть точка телепорта. А точка телепорта это хорошо. Смотрите, раз. У деда сейчас мы что возьмем? Правильно, целую жизнь. Огнина. Вощпи, огнина. Теперь нам будет несколько попроще. А, ну подожди, да, все правильно сюда. Вот теперь надо сохраниться. Анимация такая долгая, раздражительная. Ну, погнали. Сука, прошлый. О, зеленая мерзость. Что-то в нем поломалось. Что-то в нем поломалось, и он не стал меня атаковать. Ну и ладно. Не очень-то как бы и хотелось. Ага, я понял. Вот это я понял. Восстановил, короче, себе маленькой жизни. Сходил, ну его нафиг. Ну понятно, что. Придет сейчас тогда аккуратненько проходить все это дело. Блять, да что ж такое-то, ебить твою мать, а как это проходится тогда? Такой вообще бред, вот и что толку, что я сходил, жизнь себе восстановил? Пипец, конечно. Ну вот так, наверное, проходится. По-другому я не знаю как. Куда ты пере... Ой, мать перемать. Слушайте, какой погано-коварный замок.
Какой погано коварный замок. Ладно. Ох, хоть на кукан не налетел. И на том спасибо. Так, ладно. Ладно, я вниз. Я вниз пошел. Тут что-то все как-то очень страшно и стрёмно. Серьезно? Очень замутно как-то все это сделано. О, как их убивать хорошо. Вот так убивать хорошо и легко. О, бля, это что за говно? Так, ну хоть кровь не убивает. Капец гагин какой-то. На. Пистос. Ой, пистос. А, по попе получил. Так, ну ключ забрал. Две жизни. Ключ забрал, две жизни. Ну, если что, алгоритм я плюс-минус понял. Воу. 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 Не-не-не. Тут я с вами драться уже не буду, ну вас нахер. Ага. Воу. Воу. Так, хорошо. Так, глаза в глаза, давай глаза в глаза. Опа, хорошо. Давай еще глаза в глаза. Опа, хорошо. Давай и ты глаза в глаза. Опа, плохо, хорошо. Так, а ключ? Подожди, а где дверь тогда? Я понял, где дверь, Ай-яй-яй, сейчас отсюда его еще хер вынесешь. Ребята, сейчас его отсюда хер вынесешь. Сейчас его отсюда хер вынесешь, серьезно. Надо пятачок, сука, набить! Петух! Делай. Вот здесь-то ты его сейчас хер вынесешь отсюда, япона мать! Фу, бля. Ух, я что-то вспотел, пацанва. Теперь нетривиальная, ребят, задача. Я пошел сохранюсь. Точно. Я пошел сохранюсь с двумя ключами. Я того все ноздри ковырял. Так, аккуратненько. Аккуратненько херачим. Вот так, спокойно. Без кипишу. Нихера себе, надо было отпрыгивать все-таки. Ладно, сейчас я просто в перемес даже убью. Даже в перемес тебя убью. Сложно. О, кстати. Кстати говоря, вот теперь можно и сохраниться. Вот теперь хорошо, вот теперь можно... Блин, руки мокрые, капец. Я прям нервничаю. Нервничаю прям я. Ладно, погнали.
сам на него налетел. Мне его даже мешать не надо, я сам себя убью. Это ж надо было, сам на него налетел. Ну вот о чем я и говорю. Мне даже мешать не надо, я сам себя убью. 3 жизни, ну что, нормально. Вот так хорошо получилось. Чё-то мозги-то колупать. Согласны? Оп, оп. А туда как? Вот так? А, нормально. Ну, тут все плюс-минус. Ай, я не заметил их, прикинь. Не заметил шипов. Я совсем слепенькой. Ух ты, блядь, ух ты, блядь. Какие вредные ребята. Пиздец, какие вредные ребята. Пиздец, какие вредные ребята, я вам хочу сказать. Блин. Зачем я это сделал? Что-то я уже заиграл с слегонца. Подряд пишу несколько серий просто. Уже несколько заигрался. Ну, это, в принципе, нормально. Блять, опять на рог ему налетел. Я говорю, мне мешать не надо. Я сам себя убью. Вот опять. Вот опять. Так, с этим все. Ну, пока еще повоюем. Вот упырьки мелкие. Опа. Блин, да что ж это за контра, бляха-муха, началась? Что за контра-то началась? О, господи. Ты что, дурак, что ли, блядь? О, в натуре ишак, оленей. Дико-пушистый. Вашпи! Куда, сюда надо идти? Не знаю, наверное, сюда. Вот как мне сейчас быть-то? Меня с двух сторон сейчас будут шмалять. Ну как, ну вот так только. Ой-ой-ой, хорошо. Вот это хорошо. Так, что мы где-нибудь взяли? Справа что-то есть еще. Давайте сходим направо. Петух. Что-то плюс-минус даже адекватно получилось. Так. Ну, здесь, конечно же, адекватностью и не пахнет. Ух! О, что-то взял. Благословляет ваше оружие небесной силой, свет небесный.
Давайте попробуем хотя бы. Ох, нифига себе. Вот это прикольно. Вот это прикольно. Слушайте, долго работает прям. Блять. Все, отработало. Ну, блин, достаточно долго, ребят, серьезно. Слушайте, я же могу какой-нибудь, допустим, щит взять, так повешать на себя. И на всю хер навалить. Прикиньте. Ладно. Посмотрим, что нам грядущий замок готовит. Блядь! Вот так. О, босс! Серьезно? Погнали. Ты что, блядь, босс, что ли, мухомор? Оу, хуя самурай. Ой, да ты... Ты скелет-самурай, что ли? Пипец. Я думал. Абсолютно безидейно. Абсолютно безидейно и непонятно, нахрена это было нужно. Ну, значит, нужно было. Блин, красивая пентуха. Ничего не скажешь. Сейчас что, будет прям череда босс-файтов? Нет. Хотя от последнего замка я нечто подобного ожидаю, конечно. О-о-о! Вниз? Же. Да блядь. Эта штука меня от повреждений еще защищает. Да, куча. И куда? Ладно. Офигеть. Серьезно, а как я это сделаю? Ну ладно, давайте попробуем. Я понял. Я понял свою ошибку. Хотя нет, не понял. Смогу ли я? А, теперь понял тогда. Тогда получается понял. Ладно. Давайте лечение поставим. Полная полоска маны. Босс! Отлично. Наконец-то, блядь, дошли. А ты себе язык не прикусываешь? Когда хаваешь, друг. И... Так. Ага. Ага. Етит твою налево. Ага, понял. Ой-ой-ой. Нифига себе. А он нихерово жарит. Может, хватит? Что-то достаточно поганенький босик-то. Хер знает. Ну так-то
что у него уже полжизни нету, если честно. Ага, сейчас здесь вылезет. Ну вот, все хорошо, кроме вот этого ссаного, сука, града. Но, по-моему, я же их, кстати, могу отбивать. Слушай. А, нет, не могу. Блядь. Сейчас вот сильно повезло, что не две единицы жизни отняло. Блядь! Гандон! Ну просто упырь издевается надо мной. Оу! Тихо-т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 ихо
Есть! Ты вообще простой капец. Пока самый сложный босс был этот, волколак. Вот он был прям самый сложный, а это что-то вообще ерунда какая-то. Замок пройден. Ну, я молодец, получается. Трешка награды. Мне получается. А, так и все, пятая печать сломлена. Это значит, у нас сейчас финальный бой? Да. Так. Так. Это нам надо, значит, в Дарсов идти. Давайте-ка мы здесь, наверное, знаете, что сделаем? Поменяем день на ночь. Мне надо 2000 набрать по-хорошему. Я сейчас засухарюсь. Просто мне надо прям вот набрать 2000, чтобы не потерять 5500. И мы пойдем с еще большим количеством ХП на последнего босса. Ладненько. Так, ну и вот, набрал. Сейчас мы сразу улучшаем жизнью, здравие. Не забываем, что это здравие. А, так, и ну погнали сразу. У нас же здесь есть точка телепорта. Прикинь. Раз, и точка телепорта. Раз, и есть. Фигли, сохраняем. Сейчас, походу, будет жопонька. Так. Голубок, кстати, сейчас сьюзал для прокачки. Вообще идеальная штука. Ну погнали. Блин, финальный замок. Сейчас, походу, будет жесть. Надо было, может быть, на следующую серию его оставить. Ну, как получится, так получится. Не знаю, сейчас пройдем мы его, не пройдем. Да что-то как будто бы и нет никого. А, не, вон ходят упыри. Нихера себе! А, не, они такие тухленькие. Ну нормально лупят, нормально. Ебать, вы чё? Давайте сохраним. О, сохраним. Полечим. Ох ты! Это чё, самый главный демон, что ли? Шалом-бурелом. Салам пополам. Некрасивый. А, так его и так можно бить. Хера он плотный.
Воу. Вау! Нихера себе он снимает! Ебатюшки! Ебатюшки! Вот так, наверное, надо. Вау, плохо! Так, подожди, а у меня все? Лечение так закончилось? Я только половину жизни снял с него. Нихуя себе! Серьезно? Подожди, а если я возьму и призову, допустим, голубок? Да? Сейчас наебну еще манны. Ну и как бы погнали, чё? О, я же могу святое оружие на него кастануть. Ой, вообще будет нормально, наверное. Ну давайте попробуем. Да пропускай, пропускай. Воу. Давай-ка ты сейчас прыгнешь. Ебать. О, ебать, а почему я не вижу-то этих паттернов, блядь? Да что такое? Да иди твою налево. Пиздец какой-то, господа. О, все. Ебать. Ну это жесткий босс. Причем он жесток за счет того, что абсолютно отвратительно. Ваш, мыш. Абсолютно отвратительно снимает хиты. И зажимает в углу. Пизда. Да пизда какая. Какова пизда? Сученька! Прикинь! Ах ты, сученька, прикинь! И чё? Короче, мне приходится перезагружаться. Потому что, ребят, если не перезагружаться, то это жопонька. Потому что как с ним, бляха-муха, биться, если у тебя нету вообще никакой амуниции с собой? Ох ты! Вот это, кстати, жопа. Очень прочный мужик. Ты что делаешь-то? Дурак, что ли? Воу. Воу. Воу, не надо так. Не надо так. Не надо так, говорю. Ох ты, бля. Так, стоп. Бляха. Ну, кстати, получилось неплохо. Хе-хе-хе-хе. Можно было еще голубей вызвать. У меня был план, в случае чего, сгонять. У меня там еще одно свободное место под... О! Нормально его накуканило. Хе-хе-хе. Одно свободное место у меня еще было под... зелья я мог сгонять в город и купить еще или эликсира, или зелья манны. Так, концовочка, что ли? Хотя его враг был повержен, Матрикс едва пережил это испытание. Но его раны оказались слишком тяжелы, его судьба была предрешена. Народ Апеля опечаленной утратой объединился, чтобы
почти жертву, которую принес Матрикс. Но зло по-прежнему ждет вдали, во тьме. Лягушка, что ли, какая-то? Глаза какие-то лягушачьи. Так, подожди, ну это получается одна из концовок, да? Самая-самая простейшая, судя по всему. Ой, статую мне сделали. Заебись. Что ж, ребятушки, получилось крайне неплохо. Здорово, я бы даже сказал. А я что хочу вам сказать. Будем проходить еще, будем проходить на стримах. Перепройдем различные варианты, потому что здесь можно за плохого пройти. Можно... А что еще можно? Давайте посмотрим, что еще можно. Inferno Power. Путь мученика, том 4. Так, доступно в библиотеке. Так. Открыть. Некрономикон. По легенде, книга содержит записи человека, которого... Большинство считало безумцем, но некоторые думают, что он получил содержащиеся в ней знания от непостижимых темных сил. Никто не знает, как Роберт заполучил книгу, считавшуюся потерянной. Штормхейм. Дамба Штормхейм, построенная для защиты Аркаса от будущей стихии, противостоит напору волн, способных похоронить под собой все прилегающие земли. Согласно легенде, под водой покоится могучий древний замок. Да ты чё? То есть, если мы будем играть за плохого, эту штуку, дамбу, снесем, то получается, что попадем в еще один замок. Замечательные спонсоры. Тиет Пакс. Фиг знает. Ну да ладно. Так, ладненько, ребятушки. Давайте-ка на этом остановимся. Дальше пойдем уже на стримах. Не забываем проставлять ваши лайкосики. Заходите на платформу в ВСД, потому что там у нас будут стримы проходить. Мультистриминга больше нет, поэтому будем стримить на другую, на отечественную платформу. Лайкосики оставили, комментарии оставили, подписались, в группу зашли. И вы красавчики. На сегодня все, я с вами прощаюсь. С вами был Евгений или Матрикс. Всем пока-пока. Еще увидимся.